Добрый день, меня зовут Евгений Гаврилов, я один из основателей бренда одежды Perry, совладелец магазина FranLab и IT-студии веб и мобильной разработки Viracocha. Здесь я по двум основным своим бизнесам, это по бренду одежды и по ритейлу, участвовал в сессии, связанной с омниканальной и всеобъемлющим взаимодействием клиентов с магазином и магазинов с клиентами. О чем говорили? Мы классно поговорили с ребятами из Спортмастера, из бренда Алена Ахмадулина, о том, как сейчас приходится нам взаимодействовать с нашими клиентами, что работает, что не работает, какие каналы и какие способы цифровизации нашего бизнеса и цифровизации клиента мы можем использовать для того, чтобы сделать наш товар ближе клиенту, а клиентов подтянуть к себе в магазины или в онлайн. Честно говоря, я на CPM зашел первый раз в жизни. В текущих условиях мне очень понравилось, что здесь есть что надеть, здесь есть что купить себе. К сожалению, да, там мужская одежда представлена меньше, чем женская одежда, но это традиционно. И выбор мужской одежды – это в основном либо джинсы, либо костюмы, но само по себе мероприятие классное, оно показывает, что рынок одежды здесь, в России, жив. Мы можем что-то предлагать нашим клиентам, и все будет прекрасно.